Крым встречает эстафету Победы. Стартовала она в Керчи. Кубок Победы, в котором находится земля Брестской крепости, торжественно пронесли по Симферополю. Общероссийская военно-патриотическая акция проходит вдоль границы СНГ. В шествиях и митингах памяти принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, курсанты и военные реконструкторы. На Крымский полуостров эстафета прибыла из Краснодарского края, дальше по маршруту Абхазия. 70-летию Победы была посвящена и военно-патриотическая конференция в училище имени Нахимова в Севастополе. Учебное заведение в городе Морской Славы возродили в марте прошлого года, сразу же после Крымского референдума.